Братишка, если тебе нужен левел или игровая валюта в GTA Online, то тогда заходи в мою группу. Прямо сейчас у нас проходят скидки. И за небольшую сумму ты можешь стать настоящим мультимиллионером. Прокачиваем аккаунты на все платформы. Мы уже прокачали сотни аккаунтов, поэтому заходи и закупайся по полному. Ссылка на группу в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Доня, также Димка и Фанни. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Битва за контейнеры». Всем привет, пацаны! Здорово, братва! Ребят, короче говоря, у нас уже гамбургеры где-то полгода лежат, я думаю, они уже стухли у нас здесь, ну, короче, Димке подойдет. Окей, ребят, впереди у нас контейнеры, говорят, с крутыми тачками, с неординарными читачками, поэтому... Мой первый. Так, первый? Какой Фанни берешь? Третий, скажите мне, 2, 4 или 5? 4? 4, да. Точно? Давай. Окей, значит, 1, 3, 4 мы взяли конты. И что же скрывается? Бэтмобиль? Делориан, пацаны! А у тебя Рокет Волтик? Ё-май, Рокет Волтик? Ну, у меня самый быстрый. Так, а что получается? Реально Рокет Волтик. Пацаны, кому-то не достался спидигонщик. Это вообще читачка была бы. Еще быстрее, чем А еще плавающая тачка здесь была. О май гад. Слава богу. Это жестко. Ясно, ребят, тачки мы получили и полетели на первое испытание. Итак, друзья, вот и пришло время для испытания под названием спринт-гонка. Ехать нам 4,5 километра, и, ребят, можно использовать читы наших тачек. Я буду лететь, не знаю, как вы, а я буду лететь. Мой, тупо, да? Давайте на счет 3. Раз, два, три, погнали! Уйди, уйди! Так, ну я явно медленнее вас, но зато я просто лечу. Я просто лечу, пацаны. А что вы там делаете? Вообще едете или нет? Да лети ты, ну хоть. Да ты. Он сейчас улетит быстрее, чем ты меня сталкивать будешь. Да я знаю, брат. Чего вы там делаете, пацаны? Да он меня сталкивает второй раз уже. Да? Да ты слишком жирный. У меня тачка в 3-4 раза больше, чем твоя, понимаешь? Ну ты жирный. Я не верю в чудеса. Ну летит машина в небеса. Пацаны, не знаю, как там у вас дела, но я вообще просто чилю. Пока не родила. Единственное, что потом на прямых не будет тяжело, потому что на... Ой-ой-ой-ой-ой. У нее скорость 120. Силы, вы понимаете? Такое, я куда-то улетел, не перестроился, а мне, короче, еду по этому. По-моему, вот этого Бэтмобиля максималки. Да? На драге проверял тогда. 125? 220. А, 225, я уже испугался. Улети, пожалуйста. Слушайте, но мне не нравится, что у меня как бы... Я вижу там вперед, сзади Димку, вы что? А ну вы там вырезаетесь, нет? Диман ближе к тебе? Ну второй, кто второй идет? Я. А, ты идешь? Да. Ема сейчас на прямой... Ема здесь просто прямая, алло! Мне это не нравится. Давай! Я тебя вижу! Пролетаю, давай, давай! Меня Фанни слева обходит, давай, что за херня? Слышишь? Я вас тоже могу сбить так-то. Вон Фанни меня слева обошел, что за бред? На меня Фанни обошел! Тихо-тихо! Давай! А ты там можешь сейчас на... сразу на посадку, да? Да, я сразу на посадку. Да, но у меня Фанни слева уже обошел, что за фигня? Не перевернись, курва! Здорово, Фанни! А я смотри, сколько объезжаю, а ты там сейчас... Да, да, не, все, изи, 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 изи. Фух, я уже испугался, что я... У меня был шанс, братан. У тебя был шанс, реально. Ну все, пацаны. О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, это финиш, е-бой. Е-бой. Сейчас бы взорвал здесь кого-то случайно. Окей, получается, я первый, Фанни второй, Димка третий. Мы записываем баллы. И полетели на второе испытание. Погнали. Итак, друзья, вот и пришло время для испытания под названием «Съезд с горы Чили». Это будет максимально прикольно. Ага. У парня есть реактивные двигатели, а я могу просто лететь. Давайте отсчет. 1, 2, 3. Погнали. Мне не нравится, что... Капец, пацаны, я так понимаю, что я сейчас проиграю на самом деле. Чего не запускайся? Нужно, чтобы, да, нужно перезарядка на земле нужна. Да, блин, а Димка впереди меня, ребят. А я в очке. Ты в очки, я рад от тебя или нет? Я даже не знаю. И как оно там нравится? Блин, а Димка-то капец ушуршал вперед. А я ничего не могу сделать, ребят. А я тоже не могу. А как спуститься вниз? А как вниз-то спуститься? Убрать. Ой, я перелетел, пацаны. Точняк, чё я туплю? Во, во. Перфект. Давай. Алло, нормально. Алло. Давай, я буду. У меня слишком большая машина. Ах ты жопа, Димка, вперед меня все-таки. Я немного не успел. На самом деле, вот единственное трабло в этой машинке, так это то, что она просто медленная в полете. А так, в принципе, прикольно. О, Фанни пролетел мимо. В принципе, Фанни, это уже не важно, потому что мы финишировали. Отличненько, мы записываем баллы. Димка зарабатывает 3 балла, я 2, Фанни 1. И полетели на
третье испытание. Итак, ребята, мы прибыли на испытание под названием Дерби. Ну что же, опять-таки, ребята, читы можно использовать. Еху! Можно. А я, ребят, не знаю, на самом деле, возможно ли вообще упасть на этой машинке на Дерби. Давайте отсчет. Раз, два, один, два, три. Погнали. А стрелять могу? Нет. Нет. Нельзя. Нагло. А ты просто тупо летаешь. Я просто тупо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. О, Диман. Так, ладно. Спасибо. Нет, нет, не ускоряйся! Шкет! Нет! О, меня Димка, что? Тихо-тихо-тихо-тихо! Нет, 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 я коснулся земли! А! Кто первый? Я первый упал. А кто? А кто сейчас в итоге выиграл? А кто выиграл? Потом Ваня улетел, а потом я, короче, за ним улетел. А, Диман, да, выиграл. Я, короче, Димка меня реактивным двигателем откинул назад, вы понимаете? Прикольно. Давайте, значит, три. Раз, два, три, поехали. Значит так, у нас получается у Димки, да? Одна жизнь. Одно. Ой, а один балл, да? Очко, да, одно очко. Одно очко. Будем знать, как говорится. Ну это... Вау! Молодцы, о, пацаны. А но я выиграл самое главное, поэтому мне да, мне плюс балл, мне нравится, окей. Скинь ладони, это же вообще нереально. Разлетаемся, раз, два, три, полетели, давай, пацаны. Мне надо тащить, чтобы у каждого по одному очку. У тебя пока ноль, да, очков? Да, пока нет очка, безочковый. Так, 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 так. Опа-па-па-па-па-па, Димка. А нет, я коснулся! О, одно очко! В смысле, Фанни выиграл? Да. Да ну. Я знаю, как бороться с Донни. Не, ну это, я не знаю, почему так сработало, короче, просто, короче, ладно, неважно. Раз, два, три, полетели. Погнали. Погнали. Теперь, Фанни, давай ты его скидывай, я два раза уже скинул. Тактика без рук, ты сказал? Нет, да почему она упала? Не сработало просто. А что, Фанни выиграл? Да, Фанни меня сработал. Ёлки зеленые. А кто получается? Ну, Фанни Диман. 3, Димка 2, порвано, да? Балл, а у нас то порвано, потому что, да, у нас с Димкой порвано, потому что мы выиграли по одному разу. Окей, получается, ну, Фанни да. 3, нам по 2 и полетели выбирать новые тачки. Go! Итак, друзья, пришло время для вторых контейнеров. И там, говорят, тоже стоят довольно-таки прикольные тачки, поэтому выбирайте. Два мой. Первый. Первый, второй, скажите мне. Третий. Так, один, о, два и три, да, получается? Что же у меня в третьем? Тесла модель. RS6. Какая модель это? DTM. Это... Какая... Третий у тебя модель. Модель 3, да, ема. А что у вас? Так, RS6 DTM, ВОК. А здесь у нас стоял... Пацаны, здесь стоял чит-чарджер, тот самый, который умеет прыгать и который, типа, тяжелый очень, да. Дерби у нас прошло. Блин, ну окей, ясненько. Здесь еще стоял также i8 заснингованная. Окей, пацаны, тачки мы получили, полетели на скилл-тест. Итак, друзья, вот и пришло время для испытания под названием скилл-тест. И это будет максимально интересно. Давай, Дима, ты будешь первый. На счет три. Раз, два, три. Поехал! Шлифующий ВОК. Но он очень длинный. Он очень длинный. Да ты сам назад сдал. О, заднеприводный опять. Короче, пацаны, дело идет потихонечку. Димка, Димка здесь кое-как перепрыгнул. Здесь тоже кое-как. О, словил отбойник. Хорош, хорош. Так, прошло уже 20 секунд. Мне кажется, ли они ускорились? Парковка за... Возможно. Че он такой жирный? Ну как Димка, как? Все четко. Чё, Димон, какие-то... У Димки явно какие-то проблемы на проходе этого испытания, вот реально. Я объелся, пацаны. Да, ты объелся? Так. Да. О, самая страшная смерть, это от обжорства, если чё. Да? Да. Будем знать. Короче, ну-ка, впереди у нас Димка. Димке не удается пройти ветряки. Контейнеры — это испытание для... Да, мы видим ее, она уже... О, Димка упал. О, да, Димон, это, конечно, да, это ёптель-моптель. Да? Блин. Нет, не из Димка опять упал. Сдаешься? Да. Да, Димка сдается, Димка не прошел. Попробуем. Это жестко. Ну что, Фанни, ты готов? На счет три. Раз, два, три, погнал. Слушай, ну, Audi, я знаю, что она она вообще не шлифует, не дрифтует, просто идеально, ты посмотри, как он проходит. Вообще идеально просто проходит. Нет, не получилось. Ну, два-то более-менее, два более-менее, да-да-да. Так, дальше у нас пошли, короче, боксы. Парковка задним ходом сейчас у нас будет здесь. Проверим, кто там. Так. Офигеть, реально, как Юрка. Так, прошел, прошел, прошел и прошел. Ты посмотри, что творит вообще молодой. Ты слишком резкий, Фанни, давай-ка ты немножко притормозишь. А трубы как стонет? Фига, он прошел впереди последние трубы и все. Да ладно! 42 секунды, он повторил рекорд! Он повторил рекорд, 42 секунды. Вот это будет сейчас сложно побить, ребят. Окей, время для меня, скажи, Фанни, счет.
Раз, два, три. Ну что же, Тесла, полетели. Удачи, давай. Так. Фух, так. Это было потно. Так, так, так. Конусы более-менее она проходит, хотя и тяжело, но проходит. Так. Ого. Два конуса. Ой, точнее, два прыжка, третий прыжок. Mm-hmm. Отлично, поехали. Уфига, она выстреливает, пацаны. Mm-hmm. Ямана выстреливает. Как любая Тесла, электро все-таки. Ну да. О, четенько. Так, раз, чекай. Два. Нет, у меня ты сломался. Понял. Три. У меня ты еще на первом сломался. Да, но это рассинхрон по контам. Ой, не рассинхрон, точнее, по ветрякам, пацаны. Ага. Так. Конты, у тебя уже финиш. Давай, 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 я должен побить рекорд. Кстати, тоже у тебя где-то 42, 43. Давай, 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 и 43? Финиш. 43 ровно, да ЕГЭ черт. 43 офигеть, ровно, ой. Пацаны, там даже вот миллисекунды ровненько, ну капец. Офигеть, ну класс, класс. Если бы это не словил ветряк, это был бы, возможно, да, рекорд, фиг его знает. 41, может, был. Эх, пацаны, обидненько. Ну ладно, окей, Фанни зарабатывает здесь свои 3 балла, я 2, Димка 1. И полетели на второе испытание. Итак, друзья, мы прибыли на испытание под названием «Прыжок в длину». Парни полетели. Ну что ж, надеюсь, здесь я потащу прыжок. Что за звуки, что такое, Дима? Все в порядке с тобой вообще? Ну старая тачка-то. Старая Димка уже. Слушайте, а я еду, ну неплохо. Хотя Димка догоняет, алло. 400. Чего? Смысл 400? Меня рейнджак напрямую обходит. 400. 500. О, это последнее место, ребят. Максималка. Максималка? Да. 535, почти максималка. Да вы еще угораете, в смысле максималка, не, в смысле? Я не догоню, походу, да вы охренели. Хотя, Опа, блин! Хотя... Что там? Я ударился об дом, а да мог далее полететь. А где Димка здесь, а Фанни у нас на кубах? Да ну я нафиг. Я между зданием проскочил. Почему Тесла не поехала? Это обидно, ребят, реально обидно, очень обидно. Черт! Умеет ездить, а не летать. Короче, ладно, окей, ребят. Записываем баллы. Здесь Димка зарабатывает свои 2 балла. Фанни 3, я 1, и полетели на последнее испытание. Итак, друзья, вот и пришло время для последнего испытания. Это у нас спуск без тормозов. Задача очень простая. Нельзя нажимать на тормоз и нельзя нажимать ручник. Все очень просто, поэтому, ребят, давайте на счет 3. Раз, два, три, поехали. Go. Можете газ отпускать. Steven. То есть тупо, короче, да, регулируется Steven, скорость только газом. Дима, хорошо, начал. Что ты ржешь, я иду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И я, о, так. Это очень сложно. Да блин, я с тобой газ пропустил полминут назад, и до сих пор это... Так, пацаны. Димка, ты догоняешь, что ли? Да. Догнал? Так. Улетел. А, Димка поехал, короче, вниз, понятно, к друзьям. Наркоманам, пацаны. Да, к друзьям нашим младшим. У меня жопа... А я ж могу заехать, да, получается, правильно? Да, заезжай обратно. Но без F2, главное, да. Это очень сложно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, дерево! Так, а что делать, если я сейчас... А, пацаны, у меня, кажется... А? Тоже съехал? Блин, ребят, я, короче, я нажал, ну, короче, на газ назад, потому что я, ну, встал в дерево мордой, поэтому пришлось выехать. Иногда, да, мне кажется, случайно там. Ну, там, короче, я встал просто мордой в дерево, я не мог, короче, выехать. Димка, ты впереди. Алло, Димка, ты там что творишь-то реально? Нет, нет, у меня тормозов нет! Ай-яй-яй-яй, да, ни у кого их нет, Вася! Нет! Нет! Я смог затормозить газом, пацаны. Йоу! Видал? Придется назад сдать. Так. Ты видал? Что там произошло? Я такой кульбит сделал. Да, реально? Бочку, походу. Диман просто этот... Братья Запашный отдыхает к этим... Диман... Я опять низ, пацаны. Я опять скатываюсь. Диман братец наш младший. Блин, я что-то медленно еду. Надо уже газовать. Газ пол. Да пошел ты! Я буду! Нет, она нужно заехать, да, обратно. Я заеду. Я заехал. Финиш здесь. А Димка, короче, на самом деле вообще путное испытание. Очень путное испытание. Кобздец. Кобздец. Просто без тормозов это очень ехать жестко, ребят. Я отвечаю. Окей, ребят, записываем баллы и полетели на подсчет. Итак, друзья, мы подсчитали наши баллы. Сегодня последнее место занимает Димка. У него 10 баллов. Второе место. Второе место занимаю я. У меня 13 баллов. И у Фани 14. То есть мы с Фани шли, в принципе, близко, но Фани чисто затащил на 3 предпоследних испытаниях. Испытаниях, да, короче, да, да, чисто. Да, в принципе, на этом тоже испытание проехал неплохо. Окей, ребят, такая с ним получилась серия. Если вам понравилось, то ставьте лайки. Всем удачи и всем покидова. Пока-пока.